чудный царь, великий Бог, не для меня других богов. Иисус, Иисус, хвала тебе. Ты мой герой, мой лучший друг, и лишь с тобой я быть хочу. Иисус, Иисус, хвала тебе. Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня. Мою жизнь ты искупил, дал взамен свою. Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой. Как драгоценна для меня твоя любовь. Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня. Мою жизнь ты искупил, дал взамен свою. Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой. Как драгоценна для меня твоя любовь. Ты мой Господь, люблю тебя, и лишь тебе вся жизнь моя. Иисус, Иисус, хвала тебе. Ты пастырь мой, ты мой покой, твоя любовь всегда со мной. Иисус, Иисус, хвала тебе. Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня. Мою жизнь ты искупил, дал взамен свою. Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой. Как драгоценна для меня твоя любовь. Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня. Мою жизнь ты искупил, дал взамен свою. Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой. Как драгоценна для меня твоя любовь. Я буду петь всегда твоей чудесной силе, о том, как любишь ты меня. Я буду петь всегда, и пусть узнают все на свете, что нет подобного царя. Я буду петь всегда твоей чудесной силе, о том, как любишь ты меня. Я буду петь всегда, и пусть узнают все на свете, что нет подобного царя. Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня. Мою жизнь ты искупил, дал взамен свою. Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой. Как драгоценна для меня твоя любовь. Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня. Мою жизнь ты искупил, дал взамен свою. Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой. Как драгоценна для меня твоя любовь.
Как драгоценна для меня Твоя любовь. Слава Господу, слава Иисусу Христу, братья и сестры. Он вечной любовью возлюбил нас и дал нам, простер нам свое святое благоволение. Мы сегодня, дети Божии, мы сегодня спасенные Господом Иисусом Христом. Слава Иисусу! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем при начале нашего служения, читая Слово Божие, будем молиться, просить Божьего благословения. Апостол Яков пишет следующее. «Всякое деяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отцов Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Слава Богу! Он захотел нас, Он родил нас. И мы сегодня, братья, дети Божии, мы сегодня рожденные свыше, потому что Он захотел родить нас, и Он родил нас. Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! И ты знаешь своего Спасителя, и ты знаешь своего Господа, и ты знаешь, что Он любит тебя, и ты любишь Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры! И Он здесь присутствует Духом Святым, и Он сегодня благословит нас. И Он сегодня помажет Духом Святым это собрание. И мы наполнимся Духом Святым, наполнимся Словом Божиим. Как Писание сказано, как получивший великую прибыль. И мы сегодня получим великую прибыль, потому что Бог будет питать нас Духом Святым и Словом Божиим. Давайте попросим благословения Господа на это собрание. Будем молиться. Позвал. Голос мой услышь, когда тебе взываю я. Господи, зову тебя, скорей приди к тебе, я позвал. Голос мой услышь, когда тебе взываю я. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Глаза мои устремлены к тебе, Господь, спасение мое, не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Глаза мои устремлены к тебе, к тебе, Господь, спасение мое, не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя. Господи, зову тебя, скорей приди к тебе, я возвал. Голос мой услышь, когда к тебе взываю я. Глаза мои устремлены к тебе, Господь, спасение мое. Не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет
молитва моя, да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя, да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя, да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертвой вечерней пусть будет молитва моя, молитва моя, молитва моя. Дорогой Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты принял эту жертву молитвы, Господь Иисус. Мы просим, Господь, чтобы Ты принял наше поклонение Тебе, Господь, чтобы Ты коснулся каждого сердца на всем месте, Господь. Прими нашу, Господь, жертву в виде молитвы, Господь. Мы просим, чтобы Ты прославился на всем месте, Господь. Мы хотим поклоняться Тебе, Господь, от чистоты сердца, потому что Ты, Господь, Господь, Господь. Ты Царь царей, Господь. Ты Иисус, Господь, наш Спаситель. Поднимите руки и прославьте Иисуса, Он один достоин всей хвалы. Он один достоин, только Он один достоин поклонения в духе истины. Мы превозносим имя Иисуса превыше всех других имен. Мы прославляем имя Иисуса среди всех народов и племен. Иисус, Иисус, Царь царей, Господь, Господь. Иисус, Иисус, Ты спасение, оплот. Иисус, Иисус, Царь царей, Господь, Господь. Иисус, Иисус, Ты спасение, оплот. Он один достоин всей хвалы. Он один достоин, только Он один достоин поклонения в духе истины. Мы превозносим имя Иисуса выше всех других имен. Мы прославляем имя Иисуса среди всех народов и племен. Иисус, Иисус, Царь царей, Господь, Господь. Иисус, Иисус, Ты спасение, оплот. Иисус, Иисус, Царь царей, Господь, Господь. Иисус, Иисус, Ты спасение, оплот. Иисус, Иисус, Царь царей, Господь, Господь. Иисус, Иисус, Ты спасение, оплот. Иисус,
Иисус, Царь царей, Господь, Господь, Иисус, Иисус, Ты спасение оплот. Аллилуйя, Господь, мы поклоняемся Тебе в этот вечер, Господь. Мы превозносим имя Твое святое, Иисус наш. Ты Царь царей, Ты Бог богов, и мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Господь, потому что Ты Бог нашей жизни, Ты Бог нашего сердца, нашей души, Господь. Мы поклоняемся Тебе за это в этот вечер, Господь. Ты достоин славы, Ты достоин поклонения, Господь. Твоя любовь так велика, Господь. Ты так сильно касаешься своей любовью. Боже, Ты меняешь судьбы наши. Ты, Господь мой, делаешь нас сильными. Ты сделал нас святыми, Господь. И Ты поставил пред собой, чтобы мы могли славить Тебя. Господь мой, слава Тебе, слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Ты достоин славы, Господь. Свет своей любви Ты зажег во мне. Помню, как рукой коснулся Ты меня, и моя печаль исчезла навсегда. Ты любовь моя, ясный в руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки, мой Бог. Помню, как мой грех смерти вел меня, но Ты принес мне мир, Ты простил меня. Знаю, что с Тобой останусь навсегда. Ты моя судьба, я люблю Тебя. Ты любовь моя, я в Твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в Твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в Твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки, мой Бог. Мы благодарим за Твое прикосновение, Духа Святого. Мы благодарим, Господь, что Ты протянул к нам свои руки, нас не искавший, Господь. Ты дал нам Твое спасение, Ты дал нам радость в жизни. И мы благодарим Тебя за это поклонение, Господь. К Тебе единому простерты наши руки, к Тебе единому наше сердце, Господь. Господи, прими эту хвалу вечернюю, Господь, как благовонное курение, Господь. Пусть мир Твой, Господь, наполняет это место, Господь. Господи, сила, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Помню, как вчера Ты
пришел ко мне, свет своей любви ты зажег во мне. Помню, как рукой снулся ты меня, и моя печаль исчезла навсегда. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. 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 Ты любовь моя. Прекрасный вечер, который мы имеем, мы скажем слава нашему Господу, потому что Он благословил каждого из нас, и мы можем прийти в Дом Господний, чтобы прославить Его прекрасными песнями, прославить нашего Господа, потому что Он достойный славы, потому что Он достойный славы от каждого из нас, потому что милость Его обновляется каждое утро над нами, и в этот день Божья милость сопровождала каждого из нас. Мы сегодня можем были утром, пели Господа, прославляли нашего Господа, слышали прекрасное слово. И Господь дальше хочет нам преподавать слово свое, которое могло бы нас поддерживать в это последнее время, в которое мы живем. И мы должны быть всегда открыты сердцами своими, чтобы принимать то, что Господь хочет сказать через братьев для каждого из нас. У нас сегодня гости, поэтому я буду говорить только самое главное, что я хочу сегодня сказать. Я буду продолжать проповедь, которую я говорю последнюю, которую я назвал проповедь о последнем времени. Мы живем именно в последнее время, и мы должны так его прожить, чтобы нам все вместе быть с Господом. Это самое главное. Я вспоминаю, на Ютубе там был такой маленький отрезок проповеди одного американского пастора, и он им понравился. Он говорит: когда мы пошли за Христом, и порой многие христиане, они служат двум богам, и одному, и другому. Так говорить не может. Нам надо взяться за одного Бога, за нашего Господа, и идти следовать Его путем. И, говорит, многие проповедники призывают, и говорят: примите Иисуса как Спасителя. Он говорит: Библия такого, говорит, никогда не учит. Говорит, Библия учит, что прими Христа как своего Господа. Потому что когда Господь будет в нашей жизни Господином, наша вся жизнь, она должна быть подчинена Ему. То есть Он наш Господин, Он наш Господь. И наша вся жизнь, она находится в Его руках. Куда бы мы ни пошли, Он с нами. Что бы нас в пути не встретило, Он с нами. Он помогает нам. Он ведет нас за руку. И мы во всем полагаемся на Его, потому что Он наш Господин. Мы знаем, что в Него наша жизнь, наша опора в Нем, все наше в Нем. И мы зависим полностью от Него, потому что Он наш Господь. Я закончил прошлую проповедь, я говорил о любви. Помните, да? Это Коринфянам было. И я хочу возобновить немножко нашей памяти только стихом. Я слушал, один брат пел песню как раз из этой главы, и я прочитаю. Может, когда-нибудь спою, или кто-нибудь другой споет. «Если говорить могу ангельским я словом, но в душе моей любовь не живет Христова, звуки слов, что с уст моих без любви слетят, медью зазвенят. Если множеством даров Божьих обладаю, глубину сокрытых тайн верой постигаю, все познания мои и даров поток без любви – ничто. Научи меня любить праведных и грешных, научи меня любить искренно и нежно, помня, как твоя любовь, не гнушаясь мной, грех простила мой. Научи меня любить
близких и далеких, научи меня любить добрых и жестоких, чтобы жизнью возвещать, а не на устах благодать Христа. Если захочу свершить телом подвиг смертный, без любви в огонь пойду, запылаю жертвой, пусть бы тот костер горел много сотен лет, пользы в этом нет. Научи меня любить, Божий милосердный, научи меня любить и умом, и сердцем, чтобы душу озарял с каждым днем сильней свет любви Твоей. Научи меня любить и врага, как брата, за любовь не требуя серебра и злата, чтобы, если враг в нужде, хлебом накормить и благословить. Научи меня любить, дай любви мне руку, даже если от меня отвернется друг мой, даже если он предаст, чтобы, не помня зла, мог любить бы я. Научи меня любить, и свершится чудо, я смогу понять Петра и простить Иуду, и наполнить сердце мне не обиды яд, но любовь Твоя. Научи меня любить, Иисус распятый, даже если попаду я на суд к Пилату и увижу тень креста, пусть не вспыхнет боль, но царит любовь. Прекрасная песня, правда? И помог бы нам Господь, чтобы поистине эта любовь, она была в нас. Что бы мы ни делали, чтобы мы все делали с любовью. И вы знаете, любовь, она изгоняет всякий страх. И мы живем в именно последнее время. Говорит Писание, что ангел летел и говорит, что времени больше не будет, да? Будет, когда времени больше не будет. Но мы живем еще, когда время есть. Последнее время, но оно есть для нас. Чтобы мы исправились. Чтобы мы правильно стали пред Богом. Чтобы мы правильно жили пред Богом. Если что-то не так, чтобы мы могли изменить жизнь свою. И это очень важно, чтобы так было. И вы знаете, если Бог будет Господином нашим, тогда в нашей жизни все изменяется, намного легче. Намного легче. Вы знаете, любые ситуации жизни, они не приведут нас в страх. Я беседовал недавно с одними братьями, они говорят, вот такое в мире творится, ужасно, страшно. А я говорю, а мне не страшно. Потому что я вижу в этом исполнение Слова Божьего. И вижу, что день Господний приближается. И если мы в руках Господних, мы не должны страшиться. Мы должны поднимать свои глаза к небу, потому что приходит наше освобождение от тех страданий, которые мы имеем на земле, от тех болей, от тех болезней, от всех, вы знаете, тех несчастья, которые встречаются. Нам предстоит освобождение очень скоро. И мы должны не бояться. Мы должны, наоборот, ближе приближаться к Богу. Вы помните, те мужья веры, которые у них поистине Бог был господином жизни, они ничего не боялись. Помните Сидраха, Месаха и Абеднего? Когда им говорили, чтобы они поклонились этому истукану, они говорят, да, мы не поклонимся твоему истукану, даже если нам предстоит эта огненная печь. И если даже Бог нас не спасет, все равно мы тебе этому истукану не поклонимся. И вы знаете, они шли и надеясь на Бога, потому что они знали все от Него. И они пошли в эту печь. И, наверное, там они ходили, как в прохладе дня. Знаете, там такой ветер дул, такой влажный ветер, и им прекрасно было в этой печи. Наверное, когда-то Адам ходил в Эдеме в прохладе дня и беседовал с Богом. Так они беседовали там. Написано, что там такой ветерок подувал, такой хороший ветерок в этой печи. Потому что их упование было на Бога. И никакие, вот это тоже время такое было для них. Или одно, или другое. И последуй этому истукану, или последуй Богу живому. Они выбрали того, который был господином их жизни. А Даниил, помните, что сатрапы против его надумали, чтобы бросить в львиный ров, там, где львы, которые голодные. И разве он изменил своему Богу? Разве вот этот период времени, который был тяжелый для него, он оказался верный Богу? И Господь его сберег не от львиного рва, но во рву, среди львов. Он, наверное, там и гладил, и ходил, наверное, говорил к ним, обращался. И вот когда уже царь забрал его оттуда,
и бросал уже тех людей, которые сговорились против него. Написано, что львы растерзали даже их, когда они еще не долетели до самого дна. А он был там под охраной Божьей. Мы живем в такой период, трудный период. И нас не должно беспокоить, то есть волновать ничего, потому что мы в руках Господних. И все, что в этом мире происходит, оно идет к концу. И мы знаем, что мы все ближе приближаемся к вечности. Я хочу прочитать одно откровение, которое было в 1968 году в Норвегии. Я помню, когда, вы знаете, Господь, когда говорит к нашим славянским народам, некоторые говорят: о, а почему Бог говорит только к славянским народам? Что, Он американцев не любит или других? Вы знаете, когда мы приехали и в Америку, и когда мы начали общаться с американцами, общаться с испанским населением, им то же самое Бог говорит. Вы знаете, нам Бог говорил там, им говорил там, здесь. Но Он говорит то же самое. И когда сопоставляются откровения, которые Бог говорил, они одинаковые. Бог всем говорит, потому что это народ Божий. Американец или славянин, или другие народности. Всех Господь любит и ко всем говорит. Тем языком, который доступен. И вы знаете, вот одна сестра, ей было 90 лет, когда она получила это откровение. И я, вы знаете, вы, когда я обучаю, вы рассуждаете. Вы можете принимать, можете не принимать, но вы имеете право рассуждать над каждым откровением. Или принять, или не принять. Потому что так, даже Писание говорит, когда кто-то пророчествует, да, мы должны рассуждать. И я читал его, и я рассуждал, и я вижу, что оно сбылось и сбывается сейчас, то, что есть. И вот что она говорит: «Я видела время перед пришествием Иисуса и началом Третьей мировой войны. Я видела события своими глазами. Я видела мир, как земной шар. И видела Европу, земля за землей. Я видела Скандинавию, я видела Норвегию. Я видела определенные вещи, которые произойдут перед возвращением Иисуса, и бедствия, которые еще никогда не видели». И она упомянула о четырех волнах. Первое, что она сказала: перед пришествием Иисуса и перед Третьей мировой войной будет разрядка напряженности, как никогда раньше. Будет мир между супердержавами на Востоке и Западе. И это будет долгий мир. В этот период мира будет разоружение во многих странах. Также и в Норвегии. И мы не будем готовы, когда придет война. Третья мировая война начнется так, как никто не предполагал, из неожиданного места. Это первое, что она говорила. И если посмотреть, так оно сбылось, правда? Оно сбылось. Пришло мир между Востоком и Западом. Люди стали разоружаться. И я смотрю, это исполнилось пророчество уже. Второе. Теплость охватит христиан. Отпадение от истинного и живого христианства. Христиане не захотят слушать обличающие проповеди. Они не захотят слушать о грехе и благодати, законе и Евангелии, покаянии и восстановлении. Будет замена христианства преуспевания и счастья. Важным станет иметь успех, быть чем-то, иметь материальные блага, вещи, которые Бог никогда не обещал нам таким образом. Церкви и молитвенные дома будут пустеть. Вместо проповеди, к которой мы привыкли сегодня, чтобы взять свой крест и следовать за Иисусом, будут проповеди о развлечениях, искусстве и культуре. Это сильно увеличится перед возвращением Иисуса. Разве это не сбывается сегодня, братья и сестры? Сбывается. Вы знаете, сколько сегодня проповеди говорят о том, что христианин должен жить шикарно, он должен все иметь, он о счастье человека. И это я вижу, оно сбывается. Сегодня и проповеди говорятся о культуре, как себя вести, как это. Все входит это в христианство. А именно той простой проповеди о кресте, что нужно взять крест и следовать за Иисусом, сегодня их очень мало. И поистине многие церкви христианские закрываются, особенно в Европе и здесь в Америке. Много церквей закрывается. И это даже говорится в новостях. И даже в нашей церкви один брат говорил об этом в проповеди. Третье, которое он говорил: придет моральное разложение, которое старая Норвегия еще ни разу не видела. Люди будут жить вместе, как женатые, не женившись. Будет много нечистоты до брака, и безбожие поразит брак, и это будет оправдываться. Это даже войдет в христианские круги, и мы примем это даже грех противной природе. Перед возвращением Иисуса будет такое телевидение, которое мы не видели.
А телевидение в Норвегии началось как раз в этом году, в 68 году, и там только был один канал. И она, когда говорила не о каналах, а говорила о станциях, телевидение будет наполнено ужасным насилием и будет учить людей убийству. И от этого будет небезопасно на улицах. Люди будут копировать то, что увидят. Не будет только одна станция, то есть каналов на ТВ, а будет много станций. Она не знала слова «канал», которое мы используем сегодня, поэтому называла их станциями. И телевидение будет как и радио, со многими станциями, и будет наполнено насилием. Люди будут использовать его для развлечения. Мы увидим ужасные сцены убийства и разрушения, и это распространится в обществе. Сцены секса также будут на экране. Очень откровенные вещи, которые есть в браке. Это произойдет, и вы увидите это. Все, что было прежде, будет сломано, и многие события пройдут перед вашими глазами. И это тоже сбывается сегодня в наше время. Люди из бедных стран устремятся в Европу. Они также придут в Скандинавию и в Норвегию. Их будет так много, что люди возненавидят их и будут плохо относиться к ним. Им будут угрожать, как евреям перед Второй мировой войной. Таким образом, вся мера греха наполнится. Слезы потекли по щекам этой женщины. Я не увижу этого, но вы увидите. Затем внезапно Иисус придет, и Третья мировая война начнется. Это будет короткая война. Та война, что я видела, покажется детской игрой по сравнению с этой, и она закончится взрывом атомной бомбы. Воздух будет настолько заражен, что никто не сможет дышать. Это покроет несколько континентов: Америку, Японию, Австралию и богатые страны. Вода будет отравлена, почва будет испорчена. В результате останется только остаток. Остаток в богатых странах. Остаток в богатых странах попытается сбежать в бедные страны, но к ним будет плохое отношение, как мы имели к ним. Я так рада, что не увижу этого. Но когда время приблизится, вы должны ободриться и рассказать это. Я получила это от Бога, и нет ничего тут противоречивого в Библии. Тот, чей грех прощен и принял Иисуса как Спасителя и Господа, будет безопасен. Прекрасно, да? Тот, кто познал Господа, тот, который оправдан Богом, он будет безопасен. В любых ситуациях жизни Господь сбережет свой народ. И я, так, вы можете рассуждать, братья и сестры. Я это прочитал для нашего издания, потому что я вижу, что оно сбывается сегодня. То, что здесь написано, оно сбывается полным ходом в наше время. И вы знаете, что мы должны делать в это последнее время? Как мы должны прожить? Что такое последнее? Последнее, вы знаете, я даже прочитаю место. Только говорится об Илии, когда он пришел в Сарепту. «И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем. И сказал ей Илья: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь, Бог Израилю: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Вы знаете, я вспоминаю, помните, сегодня утром брат говорил проповедь, и он говорил: если мы что-то себе оставляем, думаем, что оно сбережется, оно пропадет, да? Оно не поможет нам. И вот как раз к этому я хочу добавить, что в это последнее время, когда мы что-то имеем, то есть что-то последнее для нас есть, мы должны отдать его в руки Божьи. Отдать в руки Божьи. Вы знаете, вот эта вдова, она думала, что заготовит последнюю пищу для себя и сына, и умрут. Но когда она отдала в руки Божьи, она еще многие дни питалась и жила, потому что Бог ее благословил.
И в это последнее время, брат и сестра, то, что ты имеешь, и ты думаешь, может, я сберегу что-то для себя, для своей семьи. Вы знаете, мы можем потерять все. Но когда мы даем на дело Господнее, в руки Божьи, мы имеем благословение, и Господь открывает свои источники, Бог открывает свои кладовы и дает для каждого из нас, если мы отдаем для Бога. И в это последнее время мы должны стараться отдать все для Бога, чтобы Он руководил всей нашей жизнью, всем, что у нас есть, и чтобы нам потрудиться, потому что мы должны сегодня нести в мир много то, что нам Бог дал, чтобы мир мог услышать о Господе. Мы должны жертвовать на миссионерские дела, мы должны жертвовать для бедных, мы должны жертвовать для всех. В это последнее время, оно закончится, и времени больше не будет. Человеку дано исправиться. Второе место, которое я прочитаю, это говорится об Елисее, в 4 царство. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел за ему Давид взять обоих детей моих в рабы себе». Вы знаете, как бывает в жизни, когда мы духовно оскудеваем, да, или потихоньку духовно умираем, обязательно является за ему Давид дьявол, который хочет забрать наших детей, который хочет разрушить семьи, который хочет забрать в рабы в себе. Но что говорит Елисей для этой женщины? «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями своими, и наливай его все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою, и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал ей: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Он не сказал, что не заплати долги. Он сказал, чтобы она продала и заплатила долги тому заимодавцу, который требует и хочет забрать в рабы ее сыновей. Вы знаете, это много чего говорит и нам. И Новый Завет тоже говорит, что войди в комнату твою, закрой дверь за собой и начинай говорить с отцом в тайне. И то, что у тебя какие есть проблемы, нужды, Господь тебе явит и даст все явно. И вы знаете, мы сегодня, и апостол Павел тоже говорил: «Я должник и варварам, и скифам, рабам и свободным». Мы должники этому миру. И если вы знаете, что-то не так у нас получается в духовной линии, обязательно дьявол приходит что-то забрать. Но когда мы становимся сильными в Господе, когда мы черпаем эту силу Духа Святого, мы тогда можем пойти в этот мир и дать то, что мы можем дать от Бога. И мы должники этому миру, мы должны идти в этот мир, мы должны проповедовать. И я благодарен Богу, что у нас сегодня молодежь, которая стоит правильно, которая идет и проповедует Слово Божие, которая идет на миссию и несет Слово Господне, несет Духа Святого для людей, чтобы они могли принять Его и найти спасение у ног Иисуса Христа. И в это последнее время эта миссия есть для церкви. Мы должники этому миру, и только одна церковь способна донести Слово Божье для этого мира, чтобы этот мир, чтобы многие души могли найти спасение. Вот это последняя миссия наша. Мы должники, мы должны идти в этот мир, мы должны нести Слово. Не только сидеть здесь, нам приятно здесь сидеть, хорошо, да? Но церковь должна идти в этот мир, проповедовать Слово. Мы должны проповедовать на работах, мы должны проповедовать соседям нашим, мы должны нести Слово Божье, чтобы Царство Господне расширялось на этой земле. В это последнее и лукавое время церковь должна подняться, она должна ободриться, она должна взять силу Господню и идти путем Господним, путем Голгофы. Аллилуйя!
И даже если встретятся и печи раскаленные, и львы и во рвах, церковь должна не бояться, потому что наш Бог – всемогущий Бог. Аллилуйя! Он наш Господин, и Он проведет и доведет каждого из нас к отчизне прекрасной. Мне нравится одно место Писания, которое записано, тоже 4 царь, 6 глава. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, «Берегись, проходи своим местом, проходи сим местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой, царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Вы знаете, прекрасное слово. Я бы пожелал бы каждому из нас, чтобы мы были подобному этому мужу Божьему, чтобы мы всегда слышали голос Божий, и все замыслы дьявола народ Божий будет знать. Я бы хотел, чтобы сегодня каждая душа индивидуально имела прямую связь с Богом, чтобы Бог каждого вразумлял в это последнее лукавое время, чтобы все замыслы дьявола, они теряли силу, когда Господь говорит к нам. И любые препятствия на пути народ Божий знал бы, и как обойти, и как правильно идти. Я бы пожелал бы для народа Божьего, чтобы мы сегодня, поистине в молитве, пришли к Богу, чтобы мы черпали силу у Него. В это последнее лукавое время нам нужно откровение от Бога, нам нужно познание о Боге, нам нужно говорить о том, и вы знаете, откровение, то, что Бог хочет сегодня делать через нас. И если мы будем правильно с Богом в это последнее время, нас ничто не устрашит. Никакие катаклизмы, никакие войны, никакие ужасы смерти нас не устрашат, потому что Господь есть наш Бог. Аллилуйя! Это есть прекрасно. И поэтому давайте, братья и сестры, вместе преклонимся перед нашим Богом, который дарует жизнь каждому из нас. Он сегодня может поднять каждого человека при помощи церкви своей на земле. Поэтому давайте мы укрепимся силой Господней и полностью будем уповать на Его. Давайте мы прославим нашего Бога. Аминь. Сможет собой, я надежду в сердце сохраню.
светлый день. Ждет меня на новой земле, а печаль моих земных путей растворится в радужном сне. Но ни миф, ни сон, будет этот день наяву. Я его небесное рыдем среди дней других назову. А земная боль заглушить не сможет собой. Я надежду в сердце сохраня, встречу утро нового дня. А земная боль заглушить не сможет собой. Я надежду в сердце сохраня, встречу утро нового дня. А земная боль заглушить не сможет собой. Я надежду в сердце сохраня, встречу утро нового дня. Я надежду в сердце сохраня, встречу утро нового дня. Я надежду в сердце сохраня, встречу утро нового дня. Ты мой источник, ты мой Господь один. Ты упование, ты мой Господь один. Мое дыхание, ты мой Господь один. Совершенство, ты мой Господь один. Тобой живу, тобой живу, тобой живу, тобой живу. Господь один. Ты упование, ты мой Господь один. Мое дыхание, ты мой Господь один. Все совершенство, ты мой Господь один. Все, чем восхищаюсь, я лишь тебе нуждаюсь. Всем сердцем я стремлюсь, мой Бог, к тебе. Все, чем восхищаюсь, я лишь в тебе нуждаюсь. Всем сердцем я стремлюсь, мой Бог, к тебе. Ты мой источник, ты мой Господь один. Ты упование, ты мой Господь один. Мой Господь один. Все совершенство, ты мой Господь один. Тобой живу, тобой живу, тобой живу. Бог наш источник. Аминь.
знаю я, ты любишь меня. Знаю я, ты всегда рядом со мной, потому что ты любишь меня. Знаю я, ты всегда любишь меня, потому что ты любишь меня. Знаю я, ты добрый мой Бог. Знаю я, ты щедрый мой Бог. Знаю я, ты всегда полон милости ко мне, потому что ты любишь меня. Знаю я, ты всегда полон милости ко мне, потому что ты любишь меня. Благословит вас. Аминь. Слава Богу нашему. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Привет вам с Крыма, от наших братьев, сестер, от наших церквей. И Бог, Он везде является Богом, независимо от того, где мы находимся, в какой период времени мы находимся, Бог рядом с нами, и Его любовь, она безгранична. За это слава Ему. Конечно же, непростое время, в котором мы живем, и, как брат говорил, что мы в последнее время живем. Время волнения, время, когда не все так просто, не все так однозначно, но время, в которое Бог не изменился. И Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Он никогда не меняется в нашей жизни. И наше упование должно быть на Него, потому что в Нем есть все необходимое и для нашей жизни, и для нашего благочестия. Хотел бы вместе с вами прочитать несколько стихов из Библии. Второе послание Тимофея, 2 глава, 19 стих. Здесь потрясающие вещи говорит апостол Павел Тимофею. И не только Тимофею, но через это послание он говорит каждому из нас. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Знаете, Божье основание, оно должно стоять твердо. Библия учит нас и показывает нам то, что праведный верою жив будет, а кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. Но Библия дальше говорит, но вы не исколеблющиеся на погибель, но стоите в вере к спасению души. Каждый из нас должен понимать и осознавать свою позицию, которую мы имеем в нашем Господе. Потому что в последнее время, в которое мы живем, Бог будет сам колебать то основание, которое есть в жизни людей. И помните, в 10-м псалме сказано, когда разрушено основание, что сделает праведник? И в Евреям, в 12 главе говорится,
что еще раз, Бог говорит, поколеблю не только, не только небо, но и землю. Бог поколеблет не только землю, но и небо. Бог поколеблет все то, что есть, и поколеблется то, что является колеблемым в жизни каждого человека. Осознаете вы или нет, но в нашей жизни бывают разные вещи, которые могут стать главными или стать теми, которые могут быть нетвердыми. Ведь мы понимаем, что есть одно основание, которое твердое и непоколебимое, это Иисус Христос. Нет другого основания, которое бы мы могли положить в своей жизни. Но тем не менее, так или иначе, иногда какие-то вещи, они могут запасть в нашу жизнь или в наше сердце. Бог не воюет с человеком никогда, но Бог начинает колебать то, что под самим человеком. А помните тогда, когда евреи выходили из рабства египетского, в 12 главе Исход, в 12 стихе там сказано, что «я произведу суд над богами египетскими». Бог не судился с народом египетским, Бог судился с богами египетскими, на том основании, на котором стояли люди. И если основание, на котором я стою, эта сцена, она поколеблется, то и я буду колебаться, правда? Потому что я стою сейчас на этом основании. Но если основание, на котором я стою, оно не поколеблется, колебимое, то и моя жизнь, она будет непоколебимая. Ведь мы знаем, что в Египте было многобожие, в них было множество самых разных богов. Они поклонялись и лягушкам, они поклонялись и реке Нилу, они поклонялись и там быкам, и солнцу. У них было очень много разных богов. Кто-то отвечал за плодородие, кто-то отвечал за первенцев, кто-то отвечал за процветание, успех, кто-то отвечал за свет, каждый бог за что-то имел ответственность. И Бог показал, что все боги, которые были в земле египетской, не есть настоящие боги, и основание, которое они избрали себе, не является твердым основанием, это основание является колеблемым. Когда настали те непростые ситуации в Крыму примерно год назад, и знаете, я думал, что в церкви все люди читают Библию, так оно и есть, все говорят о том, что мы читаем Библию. Я думал, что все люди в церкви, они живут по Слову Божьему, но знаете, когда начали случаться ситуации, я убедился в том, что ряд людей в церкви, они живут новостями, и новости для них важнее, чем Слово Божье. И мы делали каждый день служение, чтобы как-то утихомирить людей. Часть людей были проукраинские, часть людей были пророссийские. И знаете, не только в миру была ненависть, которые сеяли новости, но и смотришь, и в церкви начинают быть люди, которые не понимают друг друга, как будто бы на разных планетах. И знаете, вновь и вновь необходимо было возвращать к правильному основанию. Даже было время, когда мы объявляли пост, знаете, не от еды, потому что от еды в тот период времени несложно было отказаться, а для некоторых людей это была бы экономия, но достаточно существенная. Мы говорили о том, что давайте мы возьмем пост от новостей, от новостейных каналов, чтобы не смотреть ту вещь, которую говорят и навязывают, чтобы та ненависть, которая исходит, чтобы она не прилеплялась к нам, потому что вера наша, она так или иначе будет связана со слышанием. И Библия говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но, к сожалению, не всегда вера, которая приходит в жизнь человека, является верой от Слова Божьего. Вера Божья, она будет от Слова Божьего. Вера, которая приносит разочарование в жизни человека, она не будет из Слова Божьего. И это не твердая вера. И вновь и вновь, знаете, каждый вечер ты берешь Слово Божье, открываешь, читаешь, молимся, и все, знаете, обнимаются, любят друг друга, и проходит полдня, и все возвращается в обратную сторону. Почему? Потому что Слово Божие перестало пребывать внутри человека. Как важно, чтобы Слово Божие, в которое мы верим, чтобы это Слово, оно пребывало внутри нас. И если что-то начинает разрушать нашу веру, если что-то начинает разрушать Слово, которое внутри нас, то нам необходимо это убрать со своей жизни, не допуская, чтобы вера была разрушена. Потому что вера, она приносит в нашу жизнь будущее. Вера, она приносит в нашу жизнь радость. Вера, она приносит в нашу жизнь мир. Вера, она приносит
приносит в нашу жизнь все необходимое для каждого из нас. Но тогда, когда вера, она разрушается, то все начинает разрушаться в жизни самого человека. Дорогие братья и сестры, и нам в нашей жизни необходимо вновь и вновь возвращаться к тому, что может сделать нас твердыми и непоколебимыми. И апостол Павел пишет Тимофею, что твердое основание Божие стоит, не просто так стоит, оно имеет две печати. Первая печать, он говорит, что познал Господь своих. А самое главное и важное основание в жизни человека – это его принадлежность. Кому ты принадлежишь, и кто является твоим господином, кто является управляющим твоей жизнью, и что управляет тобой сегодня. Потому что если управляют тобой деньги, то это не твердое основание. Если управляет тебе тобой работа, а может быть близкие друзья, может быть новости или еще что-то, то это не является твердым основанием. И тогда, когда это управляет, Бог однажды поколеблет, и жизнь начнет колебаться. И знаете, жизнь колеблется у разных людей. Помните, когда мы читаем книгу Иова, тогда, когда жизнь Иова начала колебаться, правда, он лишился богатства, он лишился своих детей, он лишился своего здоровья, и он говорит: Господь взял, Господь дал, Господь забрал, да будет имя Господне благословенно. И он не согрешал в своих словах, но его жена, она была бы, казалось бы, рядом с ним, но ее упование не было правильным, ее основание не было правильным, и она поэтому говорит Иову: Иов, зачем ты страдаешь, зачем это в твоей жизни, похули Бога и умри. И он говорит: ты говоришь, как одна из безумных. Почему безумие приходит тогда, когда люди перестают ценить, люди перестают размышлять над Словом Божьим, люди перестают в своей жизни быть управляемым Словом Божьим. То, что сказала Библия, и то, что говорит Библия, это то, которое является основанием для моей жизни. И Бог познал своих, а Бог является тем, который царствует. И помните, когда мы читаем Псалмы 98, 7, 6, а там говорится: скажите народам, Господь царствует. В нескольких псалмах повторяется: скажите народам, Господь царствует. И дальше говорится: и потому вселенная тверда и не поколеблется. Почему? Потому что Господь царствует. Там, где Бог царствует, там есть непоколебимость. Но там, где Бога нету, там все начинает колебаться. Там приходит ненависть. Там приходит раздражение, там приходит непрощение. Там же люди вспоминают о нациях. Жили 20 лет вместе, украинцы, русские, татары. Все жили вместе, и белорусы, пусть там их не так много в Крыму, но все жили вместе, никто не вспоминал какого-то народа, на каком языке ты говоришь. И вдруг, в одно мгновение, все выявилось. И благодарение Богу, что Христос в этот момент не пришел. Потому что многие одетые оказались бы нагими. Благодарение Богу, что Бог показывает нам порой наше состояние, что пребывает и что где-то управляло нами в тот период времени. Уволили с работы. Управляла ли работа тобой? Заболел человек. Как один человек сказал: Боже, если ты меня не исцелишь, и фигуру с трех пальцев в небо, вот тебе служить буду. И снова показывают, что управляет самим человеком. Сидрах, Месах и Авдинаго говорят: Боже, они не Боже, говорят, они царю говорят: царь, если даже не будет, и даже если Бог не спасет наш, все равно мы твоим истуканам не поклонимся, твоим богам служить не будем. Они не были уверены в 100%, что Бог их спасет. Они допускали и говорили: Бог, пусть ты управляешь моей жизнью. И Библия говорит, что даже волос нашей головы не упадет без воли нашего Отца Небесного. Бог все управляет и всем управляет. В Римлянам мы читаем: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
у верующих людей ничего не должно меняться. Почему? Потому что мы смотрим не на видимые вещи, которые сегодня, а мы смотрим на невидимые. Потому что видимые вещи, они временные, а невидимые вещи, они вечны. Тогда, когда мы смотрим на небо, то мы видим и понимаем, что какой бы Крым ни был, российским или украинским, сегодня подходят и некоторые люди говорят: слушай, а ты с Украины или с России? Приходится говорить, что Господня земля и все, что наполняет ее. Понимаете или нет? Божья земля. И наше царство, как царство Иисуса Христа, не от мира сего. И здесь мы временно находимся, здесь мы гости, странники и пришельцы. И однажды настанет время, когда мы с этой земли поднимемся в небеса. И там наша Родина, а там наше царство, туда, куда мы стремимся. И там уже нету границ. Нету границ Америка или Россия, или Украина, или какая-то другая страна. Там нету границ. Там будут только христиане, которые верят и подчиняют свою жизнь Иисусу Христу. Да, когда люди смотрят на невидимые вещи, то тогда они понимают призвание церкви. Для нас, верующих, ничего не изменилось. Люди, которые жили рядом с нами, они продолжают жить с нами. И грешники по-прежнему нуждаются в спасении. И нам необходимо проповедовать Евангелие. Знаете, в советское время были и большие сложности в проповеди Евангелия. Да, конечно же, можно было бы и возмущаться, говорить: да, мы проводили евангелизацию, могли даже не спрашивать никого и проводить евангелизацию. Сейчас необходимо пакет документов собирать для того, чтобы провести ту или другую евангелизацию. Намного сложнее стало. Да, намного сложнее стало. Необходимо перерегистрировать документы и ездить несколько раз. И четвертый раз мы уже сдаем документы. Они проверяют по месяцу, возвращают, цепляются. Можем, знаете, к этому или на это обратить внимание. Но можно на другое обратить внимание. А я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И я должен идти проповедовать Евангелие. Проповедовать русским, проповедовать украинцам, проповедовать простым людям и проповедовать начальствующим, проповедовать и солдатам в том числе. И те, кто обижает нас и гонят нас. И каждый из них нуждается в Иисусе Христе. И сегодня цель церкви, она не изменилась, призвание церкви не изменилось. Нам необходимо идти от дома к дому, от человека к человеку, от села к селу, от поселка к поселку. Еще так много не сделано, так много не пройдено, так много не проевангелизировано, так много людей, кому не сказано об Иисусе Христе. А как они уверуют, если не будет им проповедано, если они не услышат Слово Божие? И сегодня нам необходимо переключить внимание на вечные ценности, которые есть в нашей жизни. Итак, твердое основание Божье стоит, имея печатью, Господь познал своих. То есть первое, самое важное, кому ты принадлежишь, кому я принадлежу. И поэтому, если я принадлежу Богу, то Бог разрушил преграду. Я был некогда чужим, но сейчас свой для Бога. Мы сограждане святым. Были некогда не народом, но стали народом Божьим. Некогда были непомилованные, но стали помилованы. Сегодня мы стали удивительным народом и удивительными людьми, потому что Бог изменил каждого из нас. И вторая печать: да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Мы чем-то должны отличаться от этого мира. Помните, Иисус говорит о Нагорную проповедь. И в Нагорной проповеди Он четко и ясно показывает. Говорит: сказано древним, а я говорю. Сказано древним, а я говорю. Сказано, что ненавидь врага своего, а я говорю вам. Любите врагов ваших. Говорит, если вы любите тех, кто... помните, там сказано, если вы любите любящих вас, спасибо, то... какая вам награда? Не то ли делают ли мытари? То же самое делают грешники.
То же самое делают язычники. Чем мы тогда отличаемся от них? Если мы говорим о том, что мы отличаемся, мы новый народ, народ в народе, а то тогда мы должны в своей жизни возлюбить врага своего. И не так, что так его люблю, что готов лопатой в темном месте. Нет. Писание говорит: накорми, напой. Знаете, а мы начали проповедовать Евангелие в тот период времени, когда одни войска с одной стороны стояли, другие с другой. Там мы ездили, собирали продуктовый набор. Там непонятно, что было. Никто ни за кого не беспокоился. И везли одним солдатам, потом везли другим солдатам. Давали Евангелие. И знаете, у них страх был в глазах. Они хотели что-то услышать, потому что, знаете, они не знали, будут жить или нет. Они видели то, что происходит. И, знаете, вместе с чаем или вместе с этими продуктами они брали Евангелие, дайте, вкладывали Евангелие, знаете, в чаплынке, там наша, часть наших церквей осталась с одной стороны баррикад, часть с другой стороны, и, знаете, там даже сделали молитвенную палатку, в которую входят солдаты для того, чтобы услышать Слово Божье. И это, слава Богу, когда ты понимаешь, что нам некого делить, это те же самые люди, за которых пострадал Христос, то ты перешагиваешь то, что может быть внутри тебя, и где-то те преграды начинают разрушаться, и есть тогда награда. Награда за то, что ты делаешь в своей жизни. Писание четко и ясно говорит, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он. А тогда мир приходит в твое сердце, мир приходит в твою жизнь, тогда благословение приходит, и ты способен сделать то, что, может быть, другие не делают. Недавно читал за Римскую империю, когда последний языческий император Юлиан, отступник его называли, знаете, он говорил, что нам необходимо что-то делать с христианством, потому что мы потеряем власть, потому что они делают и поступают не так, как мы поступаем. Они называют рабов братьями, жен сестрами. Они ухаживают за могилами людей, они принимают гостей, незнакомцев в дом, они кормят даже не только, не только верующих, но и неверующих. И знаете, он был поражен тем, что происходит. Они не хотели этого делать, но они видели, что христианство, когда оно приходит с любовью, оно завоевывает новые сердца. Говорит, надо что-то с этим делать, иначе христианство завоюет целую империю. Он прожил всего 2 года, его жизнь закончилась, а христианство дальше распространяется. Знаете, почему? Почему христианство сильно? Потому что тогда, когда мы в своей жизни понимаем печати, которые Бог сам поставил, и первая печать – это Господь познал своих, и вторая печать – да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. То есть тогда, когда мы смотрим, что мы совершенно находимся в другом царстве, в другом государстве, и это государство света, а не тьмы. И тогда, когда я нахожусь на территории света, я поступаю по законам этого света, не так, когда мне выгодно, я поступаю так, когда невыгодно, по-другому, как один брат, когда он увидел, что машина начинает подниматься на... Знаете, как было время, подняли машину на кирпичи, открутили колеса и уже откатывают от машины его колеса с его машины. Говорит, Боже мой! Дай 5 минут, побуду неверующим. Иногда так хочется. Какие-то моменты. Что-то сделать. Но Бог останавливает. И говорит, слушай, если ты хочешь быть твердым и непоколебимым, если ты хочешь, чтобы вера внутри тебя росла, тебе необходимо переступить через что-то в своей жизни.
через свою собственную гордость, через свою собственную надменность, через свои собственные амбиции, через свои собственные желания, через похоть, которая восстает на душу твою, через что-то, что может увлечь тебя. И это не так просто, потому что побеждать всегда непросто, и победа всегда дается непросто в нашей жизни. Но тогда, когда ты побеждаешь, то ты совершенно получаешь другое чувствование внутри себя. Помните христианскую песню, которая звучит: «Кто сказал, побеждать легко, будто все нам дается даром. Сколько братьев-борцов легло, и сестер молодых, и старых». Победа, она всегда дается с трудом, но тем не менее Иисус Христос сам победил, говорит: «Я победил мир». И Он заповедует, чтобы мы побеждали в Нем, потому что Он подарил нам победу, и нам дарована победа Господом нашим Иисусом Христом. И дальше апостол Павел говорит: «Поэтому, братья, будьте тверды и непоколебимы всегда, 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 всегда. Преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Друзья мои, братья и сестры, придет время в жизнь каждого из нас, когда Бог придет и начнет колебать. Не бойтесь этого времени, но благодарите Бога за это время. Для того, чтобы понять, на каком ты основании стоишь. И все-таки ты стоишь или падаешь. Если стоишь, слава Богу. А если ты начинаешь шататься, и: «Боже, что мне необходимо изменить в моей жизни? Хочу быть твердым, хочу быть непоколебимым, хочу всегда преуспевать в Твоем деле». Для того, чтобы Евангелие Твоего Царства, оно распространялось. Ведь Бог не потерял силу. Ведь Бог по-прежнему царствует. Ведь Евангелие, оно по-прежнему распространяется. И не проблема в Боге, и не проблема в Евангелии, и не проблема в Царстве Божьем, а проблема порой бывает в нас, когда дьявол пытается сделать или посеять зерно, которое бы разрушило нашу веру. Если ты видишь брата или сестру, чья вера где-то разрушается, не затаптывай его, но молись за него. Как, помните, Иисус сказал Петру: «Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, дабы ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих». Почему? Христос смотрел на него, и он видел, что есть что-то, на чем они стоят, и это неправильное в их жизни. Они спорили друг с другом, кто какое место займет, кто какую позицию будет занимать. Он понимал, что в сердце есть те вещи, которые будут колебаться. И когда Христа предавали, все ученики разбежались. Один даже свою одежду оставил. А Христос любил по-прежнему. Петр следовал за ним и трижды отрекся от него. А Христос любил. И он говорит: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы некогда обратившись, ты утвердил». И наша задача, как Церкви Божией, утверждать друг друга, помогать друг другу. Я призываю нас к молитве, чтобы мы сейчас молились о разных христианах, конечно же, о присутствующих здесь братьях и сестрах, но также о людях, которые находятся в разных местах. Кто-то на востоке Украины и переживает сложные времена, кого-то гонят, и кто-то, может быть, сейчас наполнен ненавистью, злобой. И нам необходимо, чтобы вера была утверждена. Знаете, для нас или нам не хочется, чтобы кто-то падал. Да, непростые времена. И не просто все. Но наша задача не осуждать кого бы то ни было, а поддержать кого-то. Чтобы христиане, они встали и были тверды и непоколебимы. Чтобы христиане, они любили друг друга и способны были простить. Способны были забыть ту боль и то, что причинено было в жизни их. Я призываю к молитве за тех, кто сейчас переживает, может быть, непростые времена, может быть, кого-то жизнь начинает колебаться сейчас. И сейчас он стоит перед выбором:
как я уже цитировал 10-й Псалом, когда разрушено основание, что сделает праведник? Что сделает человек, брат и сестра в тот период времени, когда все колеблется? Давайте поднимемся на наши ноги.